здесь 11-летний ребенок Индиго написал на языке, который придуман сам. Если знаешь этот язык, ответь мне. Он пишет на этом языке произведения, и их может прочитать только он. Такая своеобразная комната. Мы раздали краски детям, и они разрисовали эту комнату за 3 дня. Пойдем дальше. Пойдем. Здесь бардак потихоньку готовится к следующему сезону. Не знаю, когда он будет и будет ли. Но очень надеюсь, что у людей. Что это? Кому это все надо? Вентиляция? Да, вентиляция. Это недостроенное здание Национального музея и Министерства культуры. И Министерство культуры начинается с культуры, а не с бюрократии. Вот тут 15-летняя девчонка нарисовала кита в космосе. Это ее первая работа, по-моему, достойная. Я видел кита в той вашей изначальной комнате. Это той же руки кит, ее же рук кит. Нет других. Типичный стрит-арт, который оголяет проблемы в обществе. Проблемы величия. Человек смотрит в зеркало и видит 2 отражения. Как наши мечты рушатся посредством современных технологий, развивая в нас лень, какую-то хрень непонятную. Альфа и омега, начало и конец. Ребенок бежит с воздушным змеем, такой каждый художник пытается вылезти в объемы, это такая попытка своеобразная. Здесь композиция «Воин», здесь композиция, на которой написано «Наша дорога бесконечна, назад не оглядывайся, не бойся, жизнь выживай». Нарисовал это парень, наша который... Что? Скажи, «Наша что? Дорога бесконечна, назад не оглядывайся и не бойся своих желаний». Хачиро Вазао, современная писательница с Южной Осетии, опять же. А нарисовал-то парень, который родился в Дагестане, приехал в Москву, выучил осетинский язык по книгам и теперь на уровне лингвиста переводит тексты разные. Дальше можно посмотреть. Такой волк, переходящий в геометрию, и за ним пловец снов. 16-летняя девчонка нарисовала. Вот так вот они могут попробовать свои силы на стенах, которые ничем не заняты. Зимний олень. Звездное небо, белое, чистое, солнечное. Сейчас мы потом попоем. На рогах Дати его Диана его нарисовал, он достойный, мощный рисунок. Весьма. И вот такую невесту закатали за 2 часа с пацанами, валиками. По-моему, прикольно получилось. Она отсюда кажется маленькая, но когда человек наверху находится, рост человека составляет 1 ее голову. Здесь такая, как выглядят современные девчонки, когда они делают то, что они делают. Вот селфи, вся вот эта хрень. Негритянка, у нее стекает лицо по черепу, видимо, у них там жарко очень. Здесь, пока не обратишь внимание на этот рисунок, это ребята Zoo Club нарисовали. Поймешь, что это далматинец на задних ногах, вверх ногами. Точно. Пока не расскажут, не поймешь.
красной шапочкой идешь в сторону леса, и там ее поджидает серый волк. Пойдемте дальше. Сейчас, давай мы тут что-нибудь споем.